давеча, мы продолжаем. Уголовное дело все-таки есть. В Следственном комитете по Кировской области официально подтвердили, что расследование по факту продажи земли в Парке Победы ведется. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудники ФСБ установили, что с 2007 по 2015 годы неизвестные по предварительному сговору и обманным путем приобрели право на земельный участок в Парке Победы. Затем продали его строительной организации. В результате, цитата, «умышленных преступных действий неустановленных лиц муниципальному образованию был причинен ущерб в особо крупном размере. Это не менее 9 миллионов рублей. Сейчас следователи проводят многочисленные обыски, изымают документы, допрашивают свидетелей. Расследование продолжается».